Компьютерная ошибка вызвала коллапс в американских аэропортах. Огромные очереди скопились в зонах прибытия. В стране дала сбой система пограничного и таможенного контроля. Первыми о неполадках сообщили пользователи социальных сетей. Затем власти подтвердили эти сведения. Ситуация осложнилась тем, что люди массово возвращаются с рождественских каникул. Аэропорты и до этого были наполнены пассажирами. О причинах сбоя пока не сообщается.